Не ждем, пока все добегут. Монете, что ли? Поставь, пожалуйста, шкаф, спасибо. Плюс они тебе вред четкого надо всунуть. Профит, стрепсилс. Стрепсилс всунуть. Леон Африка. Сейчас я вчера видел. Посмотрим, кто тут с нами еще остался. Ладно, значит, пофиг на него. Сейчас, на первой фазе рассосались полукругом. Это РДТшником. Милики. Будет такой класс шоковый удар. От него просто отбегаем все подальше. По минам не бегаем. Юля, начинай пулить. Вот смотрите, босс раскидает на первой фазе мины маленькие такие, блядь, не нарвитесь на них. Ауру от огня поставь. Стоит. На второй фазе надо стоять за спиной босса. Спина у него там, где ракеты. Кстати, не знаю, мне вот лично не по душе, когда все стоят за спиной. Я привык, когда все просто стали вокруг него, да и все. И в нужный момент забежали за спину. Так всегда били. Потому что за спиной, когда бегаешь, я все разбежались, милики. Ой, никто не сдох. Какая красота. Так, выйдите с центра, вас сейчас всех откинет, кто стоит там. Сейчас у нас будет другая залупа. Она будет во всех вас плеваться периодически. У нее будет великолепнейший каст обстрел. Когда начинается каст, все должны встать ему за спину. Спина у него там, где две красные, такие хуйнушки висят, называются ракетами. Сейчас можете рассосаться по кругу и стоять смирно долбить его. Я думаю, он не обидится. Не убегайте далеко, пожалуйста, совы. Подойдите ближе к нам. На белый кружочек все встаньте. Чтобы вам было проще добежать. Понял, принял. Совы, подойдите, мать его, в мини. Не все, кто стоит в пизде мира. Выйдите из красных лучей. Обстрел. Все встали там, где у него ракеты. Быстро, быстро, быстро. И подворачиваемся по чуть-чуть. По часовой, по часовой. Молодцы. Профи, дай, пожалуйста, бэр по блиноду. Один с этой пати. И залей ему инер тоже. Сейчас у нас будет великолепнейшая летающая башка, как в фильмах ужасов. Нам ее надо просто быстренько убить. Ничего тут нету такого. В идеале чуть-чуть рассоситесь, потому что будут выходить бомботы, которые могут вас сложить. И станете вы самой первой жертвой фильма ужаса. Давайте вляемся в голову. Он пошел, бомбот. Стреш, что такой, как штурмовой робот, будет падать магнитик. Его можно поставить под голову и опустить ее вниз. Молодцы, красота. Добиваем. Сейчас у нас будет великолепнейший фильм Netflix. Сразу с тремя странными ужастиками. Надо залить будет и верхнюю, и нижнюю, и верхнюю. Фу ты, блядь, и среднюю часть одновременно. Деда, ты запоминай. Что запоминать? У него с трактора, но фильм ужасов.
Всегда любил, когда Эрил с этим сравнивал. Сейчас можете рассосаться так, Элву. Будут все обилки предыдущих боссов. Больше в центр, в грудах, дайте им, чтобы он аж поперхнулся. Выйдите с лучей. В грудак ему дайте. Давайте, доливайте, доливайте. Беги, малышка, беги! Молодцы. Все, деду, включай дальше микрофон. Очевидно, я совершил небольшую ошибку в расчетах. Это что сейчас было? Не знаю, сколько. А это не стоял лут, и кто-то что-то уже спиздил. Фотку безумия спиздили. Тут там сейчас... Кто у нас тот засланный казачок? А, сейчас мы вычислим. Призом. Безымянный палец без кольца. Все, прыгаем в обвалившуюся галерею. Нихуя себе. Шо, где вы уже, пока я кофе пролил, нахуй, все, и тут мыло. Не, и вот к ЗАГСу подходим. Идем. Что такое? Ну ты объявление читай, нахуй. Да я в альтаре был. Безымянный котик без яйца. Да хули плюс бой, я только портал нажимал, блядь! Какие? Тут их, блядь, ебанешься. Давай, будет, включайся, ну, тоже пообщайся с нами. Сюда, а ну сидит, сволочь. Костя. Сидите на чате, вот это спижу по приводу. Идем после РТ в РБК. Помнишь? Там дроп увеличили, кстати. Да, там уже сделали. По три камня. Они... Кофе не падало по три камня. Все, ливаем нахуй. Так это... Проедут нахуй! Идите, только ливничные сволочи. Это вот буквально час назад сделали. Там падает три рандомных или три одинаковых? ХЗ. Только час назад. Ну, вот сейчас мне просто... Предлагаю пойти купал. Проверить. Сиди. Ну вот мы и собрались Евреи. После РТ. Ну где-то 8:30, я думаю. Там, ну, надо покушать, хотя бы дух перевести. После всего этого. Писаем. Давайте, пишите, убивайте, трэш ебалом. А ебут. Бедного лока. Yeah, I'm gonna take my horse to the old time road, I'm gonna... Понятно. Ну, хоть музыканты есть, ясные анекдотчики. Лучше, чем еще. В обвалившуюся галерею стелси. А что-то типа тотемов трепета можно? Нет. Страдай. У нас будет что-то типа обеда? Салафир, салафир, как будто в РБК попал. Опа, сала. Как будто бы ты сала не любишь. Что, с пизды все сало? Отдай сало, сало отдай. Там 2 рубли лежало. О, у кого есть горка? Плюс в чат. Первые 2 плюса будут копать. Большому взрыв гранат шагает наш отряд там где-то. Что, далеко, Василий, первые 2 плюса. Пошлите, не будем обходить. Че бьем его? Мы ж не слабые, мы ж сильные. Дадим деду время включить микрофон. Дед, не долбай уже будет. Включайся, включайся. Присоединяйся к нашему веселью, тебе понравится. Плюс пиво, плюс налоги. О, пинговать начало. Не надо пинговать. Люди в РБК пошли. Пиздим Бурябай. А где там эти, кстати, сволочи, которые Бурябай. Были в десятке? Не пиздите Бурябая. Отпиздили. Я лично залп стрел выписал. Жестко. Убили мелкого моба, который вышел. Это за то, что он меня тогда убил. Ждем, когда в контроль возьмет еврея.
Мне глыба. Мне все равно. Он даст каст 100 гп. Шутка. На хила там можно было и не пиздить. На хила, да, зря въебали. Мы же и боялись. Да, майнеров между собой. Видите, сколько вам влезет. Хило лучше не трогайте. Не могут обидеться и не хилить вас потом. Чтобы жили мы ровно, нахуй. Интересните, товарищи, пожалуйста. Бей свои, чтоб чужие боялись. Слава сидит, мне еще ЕП отнимается, где я пока сидел. Ну, слушай, бей своих, чтоб чужие боялись. Понятно, на хилов-то не трогай. То хилы обидятся, будешь все везде баллом лежать. А ГП это на смерти, как у нас любят давать, ты же знаешь. Слава, где мои 16к, нахуй? Слава, включи микрофон. Слава. Славка. Давайте все слева спускаемся. Если Слава не хочет микрофон, значит будем бить по моей тактике. Окей. Слышишь, его надо как на Новый год. Вот, вот Деда Мороза зовут, так и его надо позвать. Да. Расскажи, Снегурочка. Расскажи, кого это, где ты был. Давайте спускаемся все. Не стой, не стойте Эти... сверху, спускайтесь к нам. Лучше давайте быстрее. Спускайтесь, спускайтесь. Блин, бидон, нахрена ты на Волонир положил трансмут, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Ну что, я тоже буду делать трансмут на Волонир. Вы что, дебилы, блядь? Нахуя? Это с чего? Он сам по себе довольно-таки охуенно выглядит. Это как на ШМ положить тоже трансмок, понимаешь? И лучше не сила заклинаний, бидон, а всплеск чар. Не, на валик как раз таки спидер лучше. У него своё потоковое очень низкое. Ну, точнее, родное слишком низкое СПД. Там лучше СПД как раз таки. Давайте череп крест заливаем в первую очередь, в остальных попробуйте дать какие-то контроли. А, сын, а можно с этому, как в элементалю дать? Я знаю. Красавчик. Если что, чистим только эту пачку, так что постарайтесь не умирать. В смысле только эту, а остальные что? А остальные не будем. Раз дед не хочет включать микрофон, будем бить, как я привык. Шипните еще раз. Нормально. Давай все зачистим, ну ебало рот, блядь. Посадил дед репку. Дед, включай микрофон. Тогда только с этой пачки будем пить. Там так удобнее, по факту, и оно не сложно. Единственное, что с вами дается мне сдавать страфол, да и все. Выросла репка большая, но без клятвы. Так да даже лучше, удобнее и быстрее. Лучше ты молчал, нахуй. Нам еще понравится так бить. Если люди не будут отлетать в пизду мира, то нахуй не надо. Как это они будут? Конечно будут. Ну, будет повод научиться не отлетать так. Не, вот у нас будет 8 тел. У нас будет 8 тел в РДД, ты не переживай. Мы просто не будем весь трэш чистить. Мы будем танчить его слева. И все. Он нормально пулится. Надо чистить. Да зачем? Трэш не придет к вам. Мы руду копать будем. Серьезно. Ну так вы ее потом обойдете и покопаете. Бабл нажмете, нормально. А, точно. Не выебуйся, понял тут? Давайте, кому же сейчас возьмет МК? Кому не повезет сдохнуть? О, Танатос! Танатос! Где он? Уже нету его. Понял. На мелкого моба сличнулись. Чё Слава молчит? О, пока. Пока. Чтобы жил Слава ровно. Так, где же мы точно стояли сейчас? Вторая моя.
Вы уже начали Геру? Конечно. Не считать. Мы там еще сидишь колено. Смотрите, РДДшники, у вас будет две метки, по которым будете бегать. В остальные не лезете. Не, хоть чилить там, блядь, в десятку. Актуал, ребята. Вот. Я не в десятке. Изначально РДД все стоят в печеньке. Когда летит снаряд, убегаем в сторону. В сторону, не обязательно в сами тросы, в сторону тросов. И потом возвращаемся в печеньку. Совы, старфон, забудьте свой. Будем страдать. Как это? А так это. А как это? Дебаф, который будет регенить ХП, выносит в крест. Отсюда не... Ну, Юля, если возле стенки будет танчить, тогда достанем. Танчим примерно в квадрате, плюс-минус, ориентировочно, чисто. В РДД у нас будет стоять Пидон, Стелси, Ультраприст, 54-я пати, Профит. А остальные чисто в мелизоне. Должно хватить будет. Стоим 3 минуты, ничего не делаем, блять. Ждем Анигму. Ранитовые пары никто, сука, не дамажит. А уезд не даем. Босса можете вообще не убить. Ну пошли, первую пачку убьем. Примерно с квадрата. Оно нормально все запулится. Мы так всегда били в гильдии. Ваша смерть возвестит новую эру. Повернешь, что он рейд. Вот так вот, вот так вот. Да-да-да, идеально. Само с тимочком можешь не упираться. Старфон совы не сдаем. Вливаться не вливаемся сейчас. Дайте мне набрать игру. Я хочу тебя на 360. Врей. Успокойся, пожалуйста, свои косты. Чуть позже покастуешь. Нет, бребай, в хэй не бьем. Вынесите. Вводить вас будет звезда, звездочка, если что. Ой, блядь, сама звездочка. Блять, а рука сама потянула нажать Starfall. Зато прикинь, как это круто особо отвечает нажимать эту кнопку. Вообще можно, там можно чуть-чуть по-другому будет поставить метки, и чтобы особо могли Starfall нажимать. Сейчас я просто боюсь, что заденут все-таки. Будет. Куда ты? Разливайте именно в печеньку лужу, пожалуйста, старайтесь именно в печеньку. Вам так всем будет удобнее. Танатос, стой за звездочкой, сука. Как хорошо, когда люди знают, что делать. Не надо никому ничего нам сидеть, говорить, кричать. Через сколько там? 45 секунд, по-моему, собирается. Да, 40 секунд. Да. Хорошо. Как только появится саранитовый враг, сразу же в него не вливайтесь. Дайте Юле время не набрать. Не таунтится, так же сам. Бля, в трэш улетел. То в мелизон, блядь, подбежал. Что делаете? Кто из РДД, сука, в мелизон? Падаем, нахуй. Бедом, не смешно. Дали, дай... делай. Мечи, да, получается. Просто умрите. Не то, что бичи, а бичары.
Это иду на минуту. Разбав, подбросы. Ну, заходи, заходи. Черножопый ту-ту-туру. Заканыч. Не, Брей, даже не надеюсь на один трай. Я не убью, сука, будем пить его в Хейден. Нахера? Будем. Не возмущайся. Будем. Сумните, пожалуйста. Может, вы, блядь, на суммон так, да. Если я 20 секунд стою, блядь, уже даже время прошло. За цели сохранена другая копия. Ну, КД. Кто ему подкинул? Да, я сам знаю, уже писал, что у него КД. На 2 минуты, да, только срочно. Что, может, мы без него начнем? Да, мобов пока хуйнуть можно так-то. Хотя бы вот эту, ну, ближайшую пачку. Чтоб если кого-то, блядь, откинет, то мне ебнуло нахуй. Так, а кто там в итоге, типа, пошел в мелизону? Соваться из РДшников. Я знаю кто, но я не буду ничего говорить. Скажет, что я кого-то хуй сож. Ты напиши, я скажу. Не. Пусть это останется тайной. Кисбок и стерис. Ну как видос выкинет, да, если кому-то будет интересно, глянет. Какой видос? Давай говори. Можешь не написать, я скажу. Нет.
5, 4, 3, 2, 1. Я сидел, ел рыбу, никого не трогал. Кир, и почти убили. Чтоб не расслаблялся. И чтоб жили мы ровно, ну. А еще чтоб что? Чтоб жили ровно. Ну ладно. Ой, что-то меня мажет. Я убрал. Нихера себе сова копает. Нормально копает. Там было, пока отходил. А где 4 человека делать нахуй? Их и не было. Просто пати добавилось еще одно. На пати добавилось. Нет. Шо, вы так не решился включить голос? Да пусть сидит, Джимми молчит, блять, ой. Печеньку. Уже бить начал. Чего мы ждем? Пока я зайду, потому что меня кританула, пока я отходил. Уже гружусь на персонажа. Сейчас начнем бить. Утилодная звезда для вас всех воет, воет, пожалуйста, бегай. Трусы, печенька, трусы, печенька. Не бегай к боссу, в эти стороны. Максимально упрощенная система. Две метки. Лево, право, лево, право. А в конце было что, ОКД? Да, он был в первом рейде.
Так призван и так в рейде, алло. Ну и нас становится лишь больше. Какая красота. Метки поменяли, алло, доброе утро. Ага. Какая красота, вы трешки чисто. Идеально. Юля, танчик как раньше, давай. Раз отсюда чистили, идем по старой тактике, как обычно. Значит, в следующий где будем извращаться у стенки. Хотя, не понимаю, чего там сложного. Сейчас никто не вливается. Ждем голема. Поверни, пожалуйста, на РВДшника в дюлю. Благодарю. Мне что, медом намазано? Ну как бы там медом намазано? Появились пары, их случайно не убейте. Хорошо, вспомнил, что мы в ХМке, это хотел уже страху нажить. Блять, Миликина. Профи, дай, пожалуйста, БР по Матфоксу. Где он, блядь? Нихуя. Далеко. Танатос, выбеги с рейда, ёптвы. Молодец. Пара пролетает около миликов, не зауешьте. В обед он выбегит. Сейчас появится сорянит его страшно, в него сразу же никто не вливайтесь. Дайте время Юле набрать агро на нем. Проявляется, даем набрать агро. Убиваем. Сейчас старайтесь обязательно выбегать из лужи. На вас копятся стаки. Если не выбегите, будет все. Ну, будет ваншот поебал. Заливаем стражу. Анимуса. Давайте.
Еще чуть-чуть чего осталось. Все, фу, дамаг повез Аксу. Я сказал, что точно так же прикол стеночки мы не убили. Никто даже не отлетает, не умирает. Да, красота. Как приятно на это смотреть. Для тебя рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Мизак сумер мы с первого трая. Ух ты, нихуя себе! Захилился. Не перебегайте в другую лузу. Забейте на своей точке новые лужи и все. Ух, ебать. Ух. Это что было? Стал. Юра, верни его, пожалуйста, на место. Пилам, пизда. Бидон соло, хили. Милик любой, выбеги в РДД зону. Бегай с ними. Полетели. Только похвалил. Ты пиздец. А, так, кто у нас есть? Войд, дай БР ультрапристув, пожалуйста. А что произошло? Ты херня в миле прилетела, в РДД было мало народу. Бичи поумирали. Сейчас. Ну смотри, умирают. Ну там он умрет. Если люди будут сейчас выбегать, то он умрет. Давайте, вы можете. Шесть лямов. Не переживайте за бросты. Сдавайте смело. Дайте ему поебало, чтобы он запомнился. И не оставайтесь, сука, в луже, блять, когда летит туда снаряд. Пару человек из миллиозона, выбегите в РДД, пожалуйста. А, Матхов, сейчас игры вылетел. Я сосал, меня ебали. Дайте вам связь, пожалуйста. Неудивительно. Ну, Сэджет, Кангашоу, Микас. Да, наверное, он тут сидит. Бля, хочу такие плечи. Чё, Сэджет, выбил шею? Пока поел, нет. Лох получается при этом птида. Плечи на ролки. Я уже поел. Ну, можно резнить для начала, блядь. Сейчас порисуем. Сержа, ты почему не в рейде? Я же тебе объясню. У меня сегодня траблы с инетом были, плюс я готовил, плюс я ел. Так, а сейчас что не в рейде? Я только сейчас освободился. Ну, так вот, залетай. Кидайте пати. Ты в невидимке. Ха, нет. Ты на ком, на Сэджу или с кого пойдешь? Я на ДК, у меня на Роге КД, вы чё? Где плечи на Рог, а? Бля, дай ты ему с босса, ну, достать, всё. Ещё не достал. Поставь, пожалуйста, в ванной шкаф, посмотрим людей, которые не придут. Я поставил. Сладко. Благодарю. Плюсаните в рейд-чат, кому нужен сум. И плечи там были. Тканевые пиздатые.
Конечно, да, плечи. Тыкните по ДК. Конечно, да. Да блять. Да пиздец. Ща рейдфреймы настроить, что это такой кринж сбросит. Кто у нас умеет в порталы заходить? Первая, вторая патия. А, все раскидано уже идеально, считаю. Сделаем только. Ну, пусть первая, вторая не заходит. Второй идет Войд, первый идет Инвизибл. Ну а чё там этот? Радедезона сейчас поводит крестик Войд. Все готовы. Все жусы. Еврея нажимает. Принимай. Там ты сиплый. Может быть ты? Может быть. Чек сам потом без него. Ой, ты тут? Дай признак жизни хоть какой-нибудь. Что скажет, к сожалению? Ну, а если он скажет... Ну, когда освободился, да? А так, типа, ну... Войд, давай, пошли, будешь водить РДД-зон. Я? Войд. А. Все РДД-шники, двигаемся за звездочкой, чтобы не словить туман. Давай, давай, давай. Звездочка нихуя не двигается. Стоим, стоим, стоим. Уже не стоим. Ой, блядь, чё с ним? Похуй. Новая звездочка Юлия, иди ловит ращи. Двигайтесь, двигайтесь. Девочка. Ну, за звездочкой бегайте. Не заходим в туман, не разбегаемся по всей стороне. Побежали, побежали. Насколько у нас этих запущено? Гетсета надо. Стоят, они сбросили. После ренейма? Заливаем трэш, заливаем трэш.